Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И это видео больше для моих коллег, медицинских клинических психологов, психофизиологов и так далее. Людей, занимающихся прежде всего диагностикой, основой основ всего, какой-то, возможно, психокоррекцией, но на основе объективных данных, полученных на основе диагностических методик, тестов, опросников, проб и так далее. Буквально спонтанно это видео, так вот сидел, описывал и смотрел новые два профиля MMPI. Перед моими глазами за мою практику, 20-летнюю, более чем 20-летнюю практику работы медицинским клиническим психологом, психофизиологом, значит, прошло тысячи графиков профилей, точнее MMPI, и буквально тысячи, может быть, десятки тысяч, я бы даже сказал, наверное. И вот буквально вот сейчас у нас на дворе, значит, конец мая 2020 года. Смотрю на последние профили MMPI, может быть, так вот представляю их себе, ну, штучек 15, 20, 30 последних, которые я видел. И поскольку это все-таки такая методика, нельзя ее оценивать по шкалам, надо их, эти шкалы, обобщать в своем сознании на основе опыта, знаний, анализа, прежде всего мироощущения, мировосприятия людей этих профилей. Понятно, что используем при диагностике батарею методик, там до десятка, до 13-15 методик используем, но основной, конечно, показатель по стандартизированным методикам — это MMPI. Так вот, не оставляют меня смутные ощущения, терзают меня смутные мысли, общее какое-то восприятие. Знаете, в психиатрии есть такое понятие, не совсем формальное, значит, да, дух шизофрении, предположим, запах шизофрении. Тут попахивает шизофрения, говорит мне коллега в курилке. Так вот, меня не оставляет вот этот дух агрессии, дух даже не агрессии, нет, понятно, такой шкалы в MMPI, есть их некая сочетанность этих шкал. Может быть, это не совсем правильное слово, но и видео у меня спонтанное. Оно не подтверждено мною никакими профилями, графиками. Можно все это, конечно, обобщить, посчитать эти профили. Там их будет не один десяток и не одна сотня этих профилей, вывести какие-то закономерности. Подобные статистические видео у меня на канале есть. Может быть, я не совсем прав. Сейчас я говорю о духе агрессии в нашем современном обществе. Как у мужчин, так и у женщин. Причем хочу подчеркнуть немаловажный момент. Это не мое какое-то местечковое восприятие действительности. Это объективные данные. Понятно, что это опыт, основанный на интуиции. Опыт, он рождается на основе интуиции. Интуиция, в свою очередь, рождается из практики. Видя эти профили, наблюдая их, я все чаще и чаще прихожу к мысли о том, что некий феномен агрессии, негативизма растет в нашем обществе, то есть по профилю объективных, по объективным десяткам профилям MMPI. Может быть, не очень точное слово агрессия, но какой-то негативизм присутствует в этих профилях. Собственно, вот то, о чем я вам хотел сказать. Ничего в этом сложного нет. Надеюсь, коллеги меня поймут про этот дух шизофрении, про этот дух агрессии, про этот удивительный опросник MMPI и то, что мы видим в нем, видя их десятки и сотни раз, эти профили. Некий дух негативизма, агрессии нашего общества, наших людей. Причем, значит, в женском мире, то есть гендерные различия тоже присутствуют, на мой взгляд, и они, наверное, еще более усугублены в силу определенной большей эмоциональности. Агрессия — это одна из эмоциональных составляющих личностных черт человека, которых вы знаете, 92. Ну и это одна из личностных черт, в том числе и у женщины, и у мужчины. Но вот у женщины это представлено в большей степени. Но это не точно, как сейчас мне нравится это, но это не точно. То есть неподтвержденные слова графиками и так далее. Но тем не менее опыт, интуиция-опыт, как следствие. Вот такая вот у меня история.
такой момент наблюдения на основе MMPI, профилей MMPI, буквально, может быть, последних нескольких десятков этих профилей, которые я увидел за последние месяцы, 2, 3, 4, 5, может быть, полгода и так далее. Требует это отдельного исследования, отдельных расчетов, может быть, из сотен и тысяч психологов в нашей стране кто-то займется этой тематикой. Информации у нас в лаборатории очень-очень много по любым вопросам. Статистика огромная, базы данных, экселевские развертки огромные. Можно этим заниматься и нужно этим заниматься. Но, тем не менее, вот что родилось в моей душе буквально вот несколько минут назад. И вот родилось такое спонтанное видео. MMPI, агрессия и негативизм общества в целом. На этом все. Благодарю за внимание и удачи.